У нас сегодня специальный гость, особый гость VIP, расскажет все, что думает про местные деливери. Местные деливери делятся на два типа. Доставка еды и доставка товаров. Это совершенно разные деливери, если мы говорим про получить этот деливери, не отправить. Это другое. Ты заказываешь еду, тебе может приехать курьер от ресторана или кафе, а может приехать курьер от Граба, Панды и миллиарда других конкурирующих организаций, но паттерн поведения у всех у них будет примерно один, то тебе попытаются звонить. И тебе повезет, если это будет менеджер ресторана, потому что он попытается с тобой объясниться на английском, хоть как-нибудь. Но чаще всего тебе будет звонить курьер, который по-английски знает только слово yes. Но он должен спросить у тебя адрес. Это его обязанность. И иногда он также знает волшебное слово «лобби», и это также помогает в коммуникации. Но никаких других слов обычно эти курьеры не знают. Поэтому в моем случае человек, который не говорит по-тайски, нужно всегда спускаться к приезду курьера заранее и желательно его еще караулить на улице, чтобы он меня увидел и там подъехал поближе или что. Так примерно с доставками еды. Но привозят они быстро, всегда все упаковано. Вряд ли кто-то тебе на этапе доставки плюет свой заказ. Что касается курьеров, которые привозят товары из интернет-магазинов, здесь тоже все непросто. Есть курьеры, которые... Каждый курьер работает в курьерской доставке. Их великое множество, этих доставок. Это только у нас, у россиян, УЗДЭК и Почта России. А здесь миллиард компаний, которые конкурируют между собой. Но качество их сервиса примерно одинаковое. И тебе очень повезет, если курьер не будет тебе звонить. Или позвонить, ты ему не ответишь, он спокойненько приедет в кондо. Есть курьеры, которые упоротые и пытаются сначала звонить, и в кондо не едут. И доставка тогда откладывается. Но обычно это происходит потому, что неправильно распределены доставочные мощности. То есть посылку из центра направили в пункт, который не знает район, не обслуживает район или еще по какой-то непонятной причине. А так, если все распределено правильно, то курьеру не надо звонить, потому что он знает все дома в округе, спокойно привозит, оставляет в лобби и все довольны. Спасибо. Пока, все.